Привет, мечта всех женщин. Я не мечта всех женщин. Ну скажи, расскажи что-нибудь интересного, нового. Ничего нового, ничего нового нет. Вырос ты, поумнел, что с тобой произошло за последнее время, расскажи. Ничего. Ничего, ты не изменился, что ли? А? Чего? Ну скажи, вот что, вот как ты растешь, вот что у тебя в голове происходит, когда ты растешь? Умнеешь ты или нет, или что вот с тобой? Умнею. Умнеешь, да? Угу. Как ты умнеешь? Открываю. Ну, в школе тебе, наверное, да, помогают умнеть? Угу. Да, знания дают, наверное, там, да? Угу. Расскажи еще, что вы в школе делаете? Какие у нас уроки? Да, что вы на уроках делаете? У нас уроки, в понедельник, математика, письмо, азбука. Физкультура, повторник, математика, азбука, письмо, музыка. Это в среду математика, письмо, азбука, рисование. Это ты все в расписании наизусть знаешь, что? Ага, только вот в четверг не могу запомнить все. Наверное, там русский. А чем ты еще занимаешься помимо школы? На теннис хожу. Какой теннис? Настольный теннис? Да. Каждый день ходишь? Да. Только по субботе и воскресенье не хожу. А еще чем занимаешься? Бассейном. В бассейн ходишь? Плаваешь? Да. Нравится плавать? Да. Прикольно. Еще чем занимаешься? И английским. Английский изучаешь? Угу. Ничего себе. Во столько лет ты уже английский изучаешь. Сколько тебе лет сейчас? 7. 7 лет английский. Ничего себе, молодец. Ну скажи слово какое-нибудь по-английски. Rabbit. Что это значит? Заяц. Молодец. Еще знаешь? Ага. Как? Panda, это панда. А еще? Frog, козел. Как? Frog, козел. А это не лягушка случайно? Нет. Фрога? Нет. Нет? Ну ладно тогда. Owl, сова. Да, еще чем свободное время занимаешься? Свободное время, когда я делаю уроки, сажусь за компьютер. Да, где отдыхаешь ты еще? Ну, в пиццерии иногда. Ну, наверное, к бабуле еще ездишь. Че? К бабуле, наверное, еще ездишь по выходным. Да. Да? Понятно. Ну, что, скажешь, может, пару слов каких-нибудь интересных? Какие? Ну, что-нибудь скажи, вот какое-нибудь, что-нибудь такое умное скажи. Ну давай. Давай. Ну все, пока тогда. Да.